Говорят, что война будет долго. Готовы ли вы в таком формате жить долго? Смотрите, я хочу сказать, что я имею все законные представы, как это, основания, да? В любой момент, на любое время выехать за границу. И имел с самого начала войны, и имею сегодня. Я ни разу не пересекал территорию Украины за все время полномасштабной войны. Почему? Теперь объясню. Потому что мне это кажется западлом. Мне не нравится сама идея, что я должен покидать свою страну в тяжелый момент и куда-то ехать. Пусть русские едут со своей страны, почему я должен? Чувство, с одной стороны, противоречия, чувство протеста, а с другой стороны, ну, чувство патриотизма какого-то наверняка, да, потому что я дома. Я дома.